Всем здравия! Система транспортировки грузов Пиконь версии 3.0. Так сказать, тележка выживальщика. Давно хотел себе такое чудо и перед Новым годом сделал себе достойный подарок. Но к его покупке я шел долго, так как тема очень неоднозначная. Очень много мнений по поводу того, какой должна быть идеальная тележка. Я попробую рассказать о том, как проходило изучение вопроса о таких приспособлениях. Начнем. Было бы неправильно рассматривать колесные системы транспортировки грузов в рамках выживания в БП, так как очень много сфер деятельности в жизни активного человека, где подобные тележки не только полезны, но и незаменимы. Охота, рыбалка, туризм различных направлений и тому подобное. Очень часто приходится транспортировать довольно тяжелое снаряжение и грузы на большие расстояния, и не всегда есть возможность воспользоваться автомобилем. Вот именно в эти периоды подобные телеги выручают. Если рассматривать условия БП, то поверьте, что очень малое количество выживальщиков и параноиков предполагают ситуации, где они вынуждены тащить все свое снаряжение и запасы десятками километров на себе. Большая часть уверены, что они на своем автомобиле будут двигаться из точки А в точку Б, минуя возможные КВП, аварийные участки, пробки и заторы. Я в одном из роликов ранее говорил, что вроде у нас страна огромнейшая, с множеством дорог, но большая часть трасс не имеет альтернативного объезда. Ситуация, когда во время крупного ДТП вы можете встрять в вечную пробку, очень реальна. Также не будем забывать про банальную поломку автомобиля. В общем, машина выживальщика, полностью забитая снаряжением, припасами, амуницией, оружием и так далее, может остановиться и никуда не поехать. Помогать вам никто не будет, а двигаться надо. Что дальше? Ну вы вскинули на себя 20-25 килограмм. Ну супруги 15. В сумме это около 40 килограмм на двоих. И все. А сколько всего важного и ценного придется бросить на радость мародерам? За многие года у меня скопилось до бесстыдства много разного и интересного снаряжения. Я понимаю, что в случае чего его придется оставить. В идеале надо, конечно, припрятать то, что еще не припрятано в ближайшей лесополосе или где-то в поле, а самое необходимое с собой. Нет смысла говорить подробно про условия, когда мне или вам придется перейти в мобильный режим. Тут у всех своя судьба, своя фантазия. Ну а я всегда переживал, что с собой по факту толком ничего и не унести. Ну вот, к примеру, я собрал рюкзак в поход на 7 дней в горно-лесистую местность. На тот момент в тех местах температурные перепады планировались от плюс 5 до плюс 25. И у нас с женой таких рюкзака было 2, и лишнего мы ничего не брали. При этом мы должны были взять еще дополнительный груз из коллективного имущества и запасов. В результате рюкзаки были заполнены под завязку. Мой имел массу около 20 килограмм, у жены 15. И в них не было ничего из милитари снаряги, там не было оружия, средств связи, оптики, боеприпасов и тому подобное. Вот и получается, что в случае БП, если переходить в мобильный режим, то все необходимое и важное на себе просто не унести. Поэтому в определенный момент я начал рассматривать варианты транспортных средств для перевозки и снаряжения, которое пригодилось бы не только в кризисной ситуации, но и на охоте, туризме и сплавах. На YouTube я нашел много роликов о тележках для охотников и выживальщиков, которые отличаются друг от друга общей конструкцией, габаритами, количеством и размером колес. Какие-то телеги надо тянуть, какие-то толкать. Большая часть тележек заводского исполнения, но есть и уникальные образцы, сделанные руками Кулибиных в гаражных боксах. Я, конечно, тоже не исключал вероятность того, что сделаю ее сам. Но когда начал все это дело обсчитывать на бумаге, учитывал поиск материалов, услуг сварщика, моего времени и тех нервов, которые будут потрачены в момент брака и поломок, то понял, что эта идея тяжело реализуемая. Поэтому я начал склоняться к покупке уже готового изделия. Смотря на тестовые видео от производителей, я обратил внимание, что почти все перемещают груз, который могут легко поднять вместе с тележкой и перенести его через препятствие. Из-за чего складывается мнение, что общая масса груза и телеги не должна превышать 20 кг. А такой вес не является чем-то выдающимся. Было бы интересно посмотреть, как они будут корячиться на этом же маршруте с грузом в 50-60 кг. Да и как выдержит эти испытания конструкция тележки.
Большинство из обозреваемых систем предназначены для лайтовых прогулок по ровным участкам местности, когда хочется выйти на природу, а перегружать спину и руки не хочется. Видел тележку с четырьмя маленькими колесами? Так такая конструкция и им подобная вообще не практичная для транспортировки груза по пересеченной местности. С ней нельзя сходить с дороги. То же самое можно сказать и про излюбленную всеми выживальщиками магазинную тележку, которую не всегда бывает легко дотащить до машины, особенно когда выпал снег, так как в этих условиях размер колеса имеет значение. Также есть спор среди владельцев туристических тележек. Мол, что же лучше, тянуть груз или толкать? Все высказывают вроде как грамотные и аргументированные версии. Я тоже по этому вопросу хочу высказать мнение. Если груз тянуть, и я под грузом подразумеваю массу не 20 кг, а что-то серьезное, например, килограмм 60, то по сути, если двигаться по ровной дороге, довольно это удобно. Такие условия не требуют контроля груза, угла наклона конструкции, контроля на поворотах, в общем, идешь и тянешь. Также из плюсов, что конструкцию можно приспособить к велосипеду, и тогда владелец превращается в короля дорог. Но стоит изменить условия, например, пройти канаву, проехать по лесу, объехать завалы, и все, возникают сложности. Надо постоянно контролировать, на что наехало колесо, не перекосило ли телегу с грузом, не зацепилось ли снаряжение. Вот, к примеру, система одноколесной телеги, которую надо тянуть, она бесспорно выигрывает по проходимости у 4, 3 и 2 колесных. Но по конструкции проглядывается один из немаловажных недостатков. Часть груза распределяется на владельца через длинные ручки. Но по факту на подобные видео не нужно обращать внимание, так как это реклама. Мол, посмотрите, как нам легко все тянуть. Какое у нас классное устройство. Но видно же, что масса совсем детская, и понятно, что такая конструкция не выдержит 60-килограммовый груз. Да и путник после маршрута с таким грузом был бы полностью вымотан. А вот одноколесные системы, которые надо толкать, меня подкупили своей маневренностью. Идешь, толкаешь груз, полностью его контролируешь. Заранее совершаешь маневры. Вы поймите, это не просто притянутое за уши достоинство. Представьте ситуацию, что на стройках тачку не толкали бы, а тянули. Ну, представили, далеко бы они уехали, много бы груза они смогли бы перевезти. В местах, где большой подъем и нельзя толкать, то можно втащить спиной вперед. Еще многие считают, что все вышеперечисленные и показанные конструкции может заменить обычный велосипед с прямой рамой. Мол, погрузил и покатил. По сути, да, есть такое применение. В интернете очень много фотографий с Первой и Второй мировой войны, где массово использовали велосипеды. Но использовали его по основному предназначению. Есть несколько фотографий, где военные использовали велосипед для транспортировки груза. Но там груз был символичным. Мой дед в хозяйстве тоже использовал этого железного коня. И частенько на раме перевозил мешок или два мешка зерна, идя в этот момент рядом. И я, как пробовавший этот метод перевозки мешков, понимаю, что это его предел, так как велосипед теряет маневренность, и на повороте от себя есть большая вероятность потерять равновесие и завалиться на бок. Во время Вьетнамской войны велосипеды тоже использовались, но для удобства транспортировки грузов в конструкцию вносились небольшие изменения. Удлиняли одну сторону руля и устанавливали еще вертикально трубу рядом с сидушкой. Все это позволило увеличить устойчивость человека и его контроль над велосипедом. Со временем я начал склоняться к одноколесной системе. Особенно после просмотра видеоролика двухгодовалой давности на канале «Я Преппер», где автор делал детальный обзор на американскую туристическо-охотничью версию одноколесной тележки «Пэквелл». Если мне не изменяет память, сейчас эта тележка производится и в Америке, и в Канаде, но цены на них не маленькие. Я даже встречал их продукцию на Авито, но по заоблачным ценам, более 100 тысяч рублей. Кто-то, вдохновленный обзором Преппера, приступил к созданию своей тележки. Начали появляться на YouTube ролики, как рукастые люди у себя в гараже пытаются создать аналогичную конструкцию и как они ее тестят. В принципе, я бы не сказал, что их эксперименты были какие-то неудачными. Были неожиданные поломки и конструктивные ошибки, но в целом
несколько рабочих образцов все же получилось. Перед новым 2001 годом я наткнулся еще на один ролик с тестами одноколесной системы транспортировки грузов. Она на внешний вид представляла из себя фабричное, законченное изделие, такое аккуратное. На канале автора я увидел ролики, как конструкция проектировалась, тестировалась и модернизировалась. Автор не скрывал, что при создании также был вдохновлен просмотром ролика Преппера о Текфере. Но создавая по подобию, он вносил серьезные конструктивные изменения, в результате чего получилась система транспортировки грузов под названием 3,14 пиконь, которую автор смог запатентовать. Да, наличие патента – это уже не гаражная самоделка. На тот момент, как я увидел первый ролик о российском пиконе, он уже продавался и начал встречаться у некоторых блогеров на обзоре. За 3 недели до Нового года я наконец-то созрел и решил сделать себе подарок в виде пиконя. Не знаю как сейчас, но на тот момент, от момента заказа, изготовления и доставки до Перми, прошло 3 недели. Искренне был рад, что посылка была доставлена аккурат к празднику, и пиконь занял свое достойное место рядом с елкой. Кстати, мне повезло, на момент покупки пиконя он был немного модернизирован до версии 3.0. Когда я получил свой заказ, то по-хорошему надо было снимать все на видео с момента распаковки. Но я спешил и не мог удержаться, поэтому делал какие-то отдельные фотографии. Хотелось быстрее просто посмотреть, каков он. В мой заказ входил сам пиконь, рукоятка-упор, буксировочная скоба, комплект строп для крепления груза, подножки для пассажира, эргономические рукоятки, рога на руль, буксировочный трос с рукояткой, лямка удержания, лыжа и компактный насос. Тесты хотелось начать сразу же, но с учетом того, что зима в этом году на Урале была лютая, полноценных зимних испытаний у меня не получилось. И проверить, как справляется эта тестовая узкая лыжа со снегом, мне не пришлось. Когда морозы опустились ниже минус 30, я сидел в тепле у компа с горячим чаем и смотрел, как Андрей, создатель пиконя, проводит зимние тесты для получения оптимальных параметров, какой же площадью должна быть лыжа, чтобы она могла выдерживать движение по снегу с нагрузкой. Эта лыжа тесты провалила, но в этом не было печали, так как Андрей мне ее дал в нагрузку с просьбой по возможности попробовать ее в деле. Порывшись на своем складе, я нашел пару таких складных снегоступов из алюминия, которые входили в зимний НАС для летчиков. Мне кажется, что их площадь и конструкция может справиться с массой груженого пиконя. Надеюсь, в эту зиму это получится проверить. Теперь перейдем к более подробному знакомству с пиконем. Система транспортировки грузов представляет из себя цельносваренную раму, размещенную на оси колеса. К раме крепится руль. На первый взгляд конструкция простейшая, но при создании этого изделия были продуманы все элементы и узлы. Здесь каждый участок наделен смыслом и функционалом. Я до сих пор для себя открываю что-то новое. Не всегда это происходит, конечно, опытным путем, чаще информация берется из роликов на канале производителя. Конструкция в стоке имеет массу 6 кг. Но в итоге, после того, как я установил дополнительное оборудование, масса выросла до 8 кг 200 грамм. Как понятно из конструкции пиконя, он разбирается. На лежащую раму с колесом накладывают открученный ранее руль. Все это соединяется одной или двумя стропами на фастексе. После чего его можно даже закрепить на рюкзаке. На разборку и укладку требуется не больше 2 минут. Стоит обратить внимание, что при разборке и дальнейшей транспортировке надо затянуть винты крепления руля, а то были у меня моменты, когда я их терял, но благо находил. Сборка происходит в обратном порядке. Чтобы исключить раскручивание поджимных винтов руля, их контрят ушастой гайкой. Тормозной тросик фиксируется на раме и руле лентой с велкро. Высота пиконя от земли до руля 100 см. Высота от земли до плоскости рамы 75 см.
Ширина рамы 13 см. Длина 55 см. После сборки можно заняться закрепкой груза. Для этого я использую стропы с фирменной фурнитурой Duraflex. На момент заказа пиконя я сомневался в необходимости заказывать именно этот комплект строп, так как это было недешево. И думал, что имея несколько десятков метров стропы и фастаксы, снятые с кучи убитых рейдовых рюкзаков, я смог бы сделать какую-нибудь хорошую систему крепления. Но я перед заказом успел протестировать снятую с рюкзаков фурнитуру, и она не оправдала моих ожиданий. Даже при малой нагрузке, не больше 16 кг, фастексы расстегивались моментально, а фирменная фурнитура Duraflex, по заверению производителя, должна была с легкостью выдерживать массу взрослого человека. В результате я не пожалел, что взял эти стропы. За все время не было ни разу, чтобы фастекс случайно расстегнулся. Мой тестовый груз чаще всего представлял из себя три рейдовых рюкзака, два из которых имели массу по 21 килограмму, а третий около 13 килограмм. Раньше по неопытности я загрузку осуществлял, когда пиконь был во что-то уперт и стоял на тормозе, и в этом процессе была масса сложностей. Но все элементарное оказалось проще. На канале производителя этому важному процессу был посвящен целый ролик, где пиконя нужно положить на бок. Далее стропы продевают в один оборот через раму, а потом, положив груз поверх строп, застегивают их на фастекс и затягивают. Опять хочу обратить внимание на один нюанс. Когда вы кладете пиконя на бок, надо смотреть, чтобы диск тормозов не уперся во что-то твердое. Всякое же бывает, можно случайно диск или закнуть, или сломать. Поэтому я всегда кладу пиконя тормозным диском вверх, чтобы после закрепления груза рюкзак был защитным буфером при закреплении второго рюкзака. Еще немаловажно понимать, что такая конструкция тележки имеет превосходство над другими моделями только при правильном размещении груза. Большая часть груза должна быть распределена как можно ближе к оси колеса. Тогда система транспортировки груза будет максимально устойчива на маршруте. А если разместить всю массу наверху рамы, то телега при маневрах будет норовить опрокинуться. Это будет постоянная борьба на удержание равновесия, что будет очень изматывать владельца. Запомните, весь основной вес по бокам, а сверху самое легкое. Только тогда вы сможете ощутить все достоинства этой конструкции, принципы которой сотнями лет применялись изобретательными китайцами. Также важно хорошо зафиксировать груз. Чем груз лучше закреплен, тем проще будет путь. А то был у меня опыт в начале, во время тестовых выходов. Я неправильно зафиксировал рюкзаки, и они у меня постоянно съезжали. Приходилось тратить время и силы, чтобы поправить груз. За все время управления пиконем я так и не нашел какого-то оптимального хвата руля. Постоянно приходится перехватываться. Благо, что конструкции руля предусмотрено несколько вариантов хвата. Также выручает упор, который имеет несколько предназначений и мест монтажа, но я его устанавливаю на руль, что позволяет при крутых подъемах или преодолении препятствий упираться в него. Установка и снятие занимает от 1 минуты до 2 и не требует какого-то дополнительного инструмента. Все фиксируется винтовыми эксцентриками. Еще я заказывал вот такой быстрорегулируемый ремень, который цепляется карабинами за кольца на руле. Он очень долго лежал без дела, и я не мог найти момент, чтобы взять и опробовать, каков он в деле. А тут под конец лета, аккурат к подготовке обзора о пиконе, я решил все же его потестить. Бесспорно, на ровных участках он реально облегчает удержание, но только после точной подгонки ремня. Но вот в горной местности на узких тропах я бы не рискнул использовать разгрузочный ремень. Ведь есть вероятность допустить ошибку при управлении тележки и в результате этого полететь вниз вслед за нелегким вашим грузом. Хоть ремень и имеет быстросъемные карабины, но в таких моментах все происходит намного быстрее, чем мы принимаем решение отстегнуть карабины и отпустить груз. Также в моем комплекте есть подножки, которые, как и все дополнительное оборудование, устанавливаются без инструмента. Основное их предназначение – это быть упором для ног при транспортировке человека. Подножки имеют сквозные отверстия, что позволяет вставить вовнутрь отвертку или шомпол и использовать их как рычаг. Это на тот случай, если при откручивании возникнут сложности.
Подножки у меня пока лежат без дела, но в моем случае пусть лучше будут. Тормоза здесь хорошие, Shimano, не дешевые. Ну и других здесь по сути быть и не должно, так как тормоза здесь решают очень многие вопросы. На крутых подъемах они позволяют закрепиться на месте и передохнуть. На спусках позволяют контролировать скорость, что очень важно, ведь постоянно сдерживать массу груза противовесом своего тела – очень утомительный процесс. Но и не стоит забывать, что на спуске скорость не должна быть большой, чтобы при резком торможении груженный пиконь вас не опрокинул через руль. Спускайтесь медленно, конструкция тормозов позволяет сделать скорость спуска равномерной. Единственное, что меня смущает, то что эти тормоза можно повредить, и есть поломки, которые невозможно устранить в полевых условиях. Поэтому для такой тележки было бы хорошо иметь какую-то защиту тормозов, или чтобы было дополнительное крепление для возможности установки тормозов с переднего колеса любого велосипеда. Хотя, сказав все это, я понимаю, что чересчур перестраховываюсь, но все же. При максимальной загрузке пиконя массой от 80 до 90 кг требуется внимательно относиться к выбору дороги. Но когда вы являетесь частью коллектива или хотя бы имеете напарника, вам могут покориться многие ранее неприступные участки. На этот случай спереди есть металлическая скоба, которой карабином цепляется буксировочный трос. Скоба имеет ограничители, что ей не позволяет касаться земли. В сложенном положении скоба примагничивается к раме мощным неодимовым магнитом. Я в начале лета решил провести небольшие тесты для понимания, сколько же я один смогу провести реального веса на маршруте протяженностью 15 км. Дорога была разнообразной, и местами спуски и подъемы имели наклон под 40 градусов. Я перевозил 3 рюкзака, в которых находилось много бутылок с водой. Общая масса груза достигала около 75 кг. Были мысли, что если буду испытывать затруднения, то смогу слить воду. Я не скажу, что 15-километровый выход прошел легко. Хотя в самом начале на дороге я думал, что можно было бы и 90 кг загрузить. Но это было до того периода, пока не пошел первый подъем. Были даже такие подъемы, на которые я втаскивал телегу спиной вверх. В общем, сложностей хватало. Еще дополнением всего испытания была жара в 35 градусов. Но маршрут я выдержал, воду не слил. Поэтому могу сказать с уверенностью, что 75-килограммовый груз можно смело тащить. Хотя лучше бы выбрать путь попроще. Пусть дольше он будет, но менее изматывающий. Про эту систему транспортировки грузов можно говорить буквально часами. А рассказать обо всем в рамках одного ролика нереально. Поэтому этот ролик, так сказать, ознакомительный с параллельным экспресс-обзором на пиконя. Хочу выразить благодарность каналу «Я Преппер», автор которого обратил внимание своих зрителей на подобные системы транспортировки грузов. А также благодарность Андрею Пушкину за разработку и за возможность по доступной цене купить данную систему на нашем континенте. Всем спасибо за внимание, берегите себя и своих близких. Про конкурс я не забыл, в следующем ролике будут подробные условия. Всем удачи!